История эта произошла с одним моим знакомым. Пришел он однажды домой с работы, усталый, грустный. Все как обычно. Пиво, диван, телевизор. Выросли у него крылья. Пустив их. Каждый день это еще одно звено в цепи жизни. А вы галопом несетесь, стремитесь к какой-то заоблачной, конечной цели. И не замечая моментов, этих важных моментов, из которых и состоит жизнь. А что вы сделали за сегодняшний день? Подумайте и представьте. Вот, даже слушать не хочешь. А вещи-то там правильные говорят. Вот что ты сделал за сегодняшний день? Денек, конечно, не из лучших выдался, но да ничего. Сколько же их еще впереди? А что, если они все будут такими? Утром ты ехал в автобусе на работу. Мужчина, проезд оплачиваем. Да сейчас выйду через одну. Все вы сейчас выходите, оплачиваем проезд. Да говорю же, сейчас выйду. Я что, непонятно объясняю? Оплачиваем или сейчас выйдешь? Да пошла ты, дура старая. Казалось бы, для тебя это обычная ситуация, ничего особенного. Но если бы ты был чуть внимательнее, вокруг столько боли, и у каждого она своя, она в каждых глазах. А что сделал ты? Вместо того, чтобы как-то уменьшить эту боль, ты просто добавил новый и не заметил. Ты почему-то не помог ему. Конечно же, подумал, почему именно ты, почему не другие? Постеснялся чего-то. Не верю, что ты не хотел с ней познакомиться. Ты, наверное, сам не понимаешь, почему ты этого не сделал. Ведь ты никогда ее больше не увидишь. Каждый день у тебя столько шансов изменить мир вокруг, изменить свою жизнь. И каждый день ты упускаешь из виду столько важного, того, что можешь сделать только ты. И когда ты приходишь вечером с работы, и с экрана на тебя льется поток страданий и боли, можешь ли ты с уверенностью сказать, что в этом нет доли и твоей вины, вины каждого, такого же, как ты? И если бы каждый из нас смог сегодня преодолеть свой страх, неуверенность, убить в себе ненависть и ненужную гордость, как тогда изменился бы мир? Всего за один день, который может стать таким важным. Вот такая история. Жаль, конечно, что у меня была возможность заглянуть только к одному человеку. Но я думаю, он об этом не пожалеет. И вы тоже.